Строительство трамвайных путей на Безымянке в Самаре было продиктовано острой необходимостью. Конец 40-х, начало 50-х годов 20 века стали периодом быстрого развития Безымянского района города Куйбышева. С началом Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы военно-стратегические заводы и фабрики из западных районов страны. Прибывшие эшелоны с оборудованием разгружались в основном на Безымянке, где в авральном темпе строились цеха. Рабочих расселяли в городе. В то время на Безымянке было всего несколько частных домов. К заводам их возили на пригородных поездах. Это первое депо, которое было открыто во время Великой Отечественной войны, когда в Куйбышев были срочно эвакуированы военно-стратегические объекты, фабрики. И тогда был придуман проект, он даже был подготовлен, о строительстве новых трамвайных линий, станций. В 40-м году был закончен проект Безымянского трамвайного депо, линий и подстанций. В ноябре 41-го было открыто первое движение протяженностью в 19 километров. В то же время было принято решение о строительстве на Безымянке второго в городе трамвайного парка на 250 вагонов. Новое депо было названо Кировским в честь района. В тот период было здесь 4 смотровых канавы и 8 запасных путей. Сейчас трамвайный парк развивается. В этом году он отметил 70-летие. Большинство сотрудников проработали здесь не один десяток лет. Работаю с 1977 года. Я здесь маневровым водителем. Работаем мы в депо. Гоняем вагоны, ставим в расстановку. Потом приходят водители, и с этой расстановки они выезжают все по маршрутам, как говорится. Ну вот, у нас бригада. В бригаде у нас 6 человек. А водить я вообще с детства мечтала, вождение машин. Вот. Ну и мне дедушка увидел объявление, приглашают на курсы водителей трамвая. Ну и я пошла учиться. Выучилась, вот работаю, уже 20 лет работаю. За свою историю депо эксплуатировало 7 серий трамвайных вагонов. Сейчас весь подвижной парк Кировского трамвайного депо составляет 140 вагонов. Они обслуживают 10 маршрутов города.